Искусство на грани провокации. Нет, нет, нет. Он ничего не боялся. Он был готов работать всю ночь. Черт, черт, черт. Искусство на грани откровения. Я пытаюсь рисовать не то, что вижу, а то, что думаю. Мне кажется, это вообще уникальное явление. Фак. Искусство на грани фола. Как просто не заметить то, что находится прямо перед нашим носом. Он носил длинное пальто, на голове были дреды. И давно вы этим занимаетесь? Самые скандальные истории о творчестве и не только. Ловушка номер 9. 6 мотыльков. Какая у тебя фамилия, милый? В спецпроекте «Большое искусство». В субботу в 12:00 на 24 ДОК.